Привет всем! Вы на канале Беллари Лайф. Вы знаете, лето, к сожалению, уже закончилось. И заканчивается уже летние распродажи. Но так как мы улетаем в отпуск, я все равно еще кое-что докупила. И у меня будет возможность это кое-что еще немножечко поносить. Так что сегодня очень коротенькое видео о покупках. Всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Начну с одежды. Девочки, в этом году была актуальна высокая талия. Я не знаю, что будет в следующем году, но в этом году это было очень в тренде. Я купила себе несколько джинсов с высокой талией, и я присматривала себе шорты с высокой талией, но у меня такой нюансик. Некоторые шорты меня полнят, некоторые сидят не очень, и вот я нашла. Вот эти шорты с высокой талией, с огромным количеством пуговиц. Они так классно все утягивают, прячут. То есть эти шорты прячут все недостатки и оставляют только достоинства. В одном из своих видео я рассказывала, что выбрала себе купальник, точнее низ купальника, плавки с высокой талией. Но несла эти плавки на кассу и, видно, по дороге потеряла. Девочки, и правильно сделала, что потеряла. В этот раз я купила те же самые плавки, только, конечно, такие цветные, но уже не за 10 долларов, а за 3. У меня к ним есть верх. Они обалденно на мне сидят, и мне, ну, очень-очень нравится их фасон. Ну и, конечно, в этом году актуальные открытые плечи. Я не знаю, как девчонки умудряются носить одежду с открытыми плечами, потому что вот эта резинка у меня постоянно подпрыгивает. Девчонки, наконец-то я нашла именно ту кофточку, которая не подпрыгивает и которая сидит так, как ей надо, то есть с открытыми плечами. Из-за того, что у нее вот здесь на рукавах резинки, она плотно прилегает к телу, но при этом не давит. И плечи остаются открытыми. Также небольшое кружево и не очень короткий, не очень длинный рукав. Мне очень нравится эта блузка. И с моими шортами с высокой талией она смотрится просто обалденно. И вот когда я уже вроде бы как закончила все свои покупки, я проходила мимо одного магазина, где продавалась обувь и сумки. Девочки, сейчас я вам покажу, что же я прикупила. А прикупила я вот такие ботинки. Сзади у них на замочке. На низком каблуке эти ботинки идеально смотрятся с джинсами, особенно с белыми джинсами. Мне не очень нравятся, они очень удобны. Девочки, если я вам скажу цену, вы упадете. 12 долларов. Боже, я обожаю распродажи. Ботинки классные, кожаные. И, ну, мне очень нравится как качество, так и модель. Я фанат сумок. И у меня огромнейшая коллекция сумок. И в этом году я очень-очень люблю вот такие маленькие сумочки. К сожалению, в такие сумочки у меня не влазит мой кошелек. А в кошельке у меня огромное количество карточек. Вот это, конечно, минус. Но мне они очень нравятся. Я их ношу как под джинсы, так и под платье. Вот такая она красненькая внутри. Очень плотная. Ну, так она классно выполнена. И в магазине была скидка, она уже была на скидке, и плюс еще дополнительные 30%, так что эта сумочка обошлась мне в каких-то 20 долларов. Я в полном восторге. Ну и вторая сумочка. Мне очень понравилось сочетание цветов. И не черная, и не коричневая, и не бежевая. Знаете, подойдет под огромное количество расцветок и одежды. Внутри она просто белая. Эта сумка уже чуть-чуть пошире, поэтому в нее помещается мой кошелек. Здесь она закрывается на кнопку. Ну и вот такой длинный ремешок. Я ее еще не распаковывала, даже, видите, не сняла бирку. Ну вот и все, мои дорогие. Как я и обещала, видео очень-очень короткое.
Я вам показала, что я прикупила. Я так понимаю, что, наверное, уже летние коллекции закончились, они уже все разобраны, и найти что-то интересное уже очень-очень тяжело. Ну и мне не нужно. Так что с летними коллекциями в этом году покончено. Будем ждать что? Зимнюю? Осеннюю? Ну вот и все, мои дорогие. Всем, кому было интересно, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока!